Дорогие друзья, здравствуйте, давно не виделись. Хочу с вами сегодня снова зайти, в общем-то, что я сейчас и делаю, в Пармарк Никитан и провести еще одну небольшую экскурсию с рассказами, сказами, мифами. Вот и входим, а на входе нас встречают вот такие люди. Ну и, конечно, много туристов. У нас сейчас жара 45 градусов, это безумие. Но здесь есть, смотрите. О, да, сейчас умоемся. Ну вот, умылась. Надеюсь, я получилась, когда умывалась. В одной руке держала, в другой умывалась. Ну а сейчас мы с вами идем к одной из скульптур, чтобы узнать что-то интересное. Ну, здесь Махадев, вы уже помните его, а мы с вами поворачиваем налево. Здесь вот, там уже кто-то примостился, вот сумочка лежит с полотенцем. И вот один из сказов. И здесь легенда следующая. Вот этот маленький человечек, это аватар, один из аватаров лорда Вишну. И вот здесь вот Риши стоит. И царь. Лорд Ваман. Имя аватара. Раджа Бали зовут царя. И что случилось? Он пообещал вот лорду Ваману, маленькому мальчику, аватару, 3 шага. Что это значит? Здесь даже написано 3 steps of lore. Значит, он сказал, все 3 шага, которые ты сделаешь, эту землю я тебе подарю. Он на него посмотрел, но маленький мальчик. В итоге лорд Вишну вырос до неимоверных размеров. И вся его стопа оказалась размером с нашу землю. И после этого Раджа Бали упал в ноги и попросил прощения за свое эго и благословение от лорда Ламаны, аватара Вишны. А пока я тут стояла, да, и рассказывала вам, увидела вот там вот вдалеке, сейчас покажу, интересное дерево. Смотрите, какое красивое, аккуратное и чистое. Это дерево, на котором делают пуджу. И обматывают его ниточками. И когда обматывают ниточками, делают свои желания, загадывают желания и говорят мантры. Ну а мы с вами сейчас пройдем к следующей скульптуре и посмотрим, что там такое. Ресепшн. По дороге на ресепшн есть еще одна из скульптур. Посмотрите. Вот там вдалеке. Махадев. А наверху Ганга-мата. Видите, как тут в сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, себя потеряешь. Вот здесь уже собирается очень много людей у одной из скульптур. Я, правда, про нее особо много не знаю. Поэтому мы с вами посмотрим на красивых женщин и пойдем обратно. Смотрите, какие цветы. Это значит, здесь отлично все поливаю. Вот сейчас я вам про эту скульптуру расскажу. Лорд Рама освобождает Ахилле. Ахилле – это жена вот этого Риши, как зовут, не помню. И однажды лорд Индра пошутил, он очень часто делает хулиганство, и обратился в тело вот этого Риши и пришел к его жене. А лорд Риши почувствовал в это время, был на утреннем омовении и почувствовал что-то неладное. Он вернулся домой и увидел свою жену с мужчиной таким же, как он, который быстро превратился обратно в лорда Индру. И после этого он свою жену превратил в камень и сказал, ты останешься камнем, пока на тебя не коснется рука святого человека. И вот пришло время, через много столетий, лорд Рам и Лакшман, его брат, пришли к ним и снова сняли проклятие. Хочу поближе вам снять лорда Шиву, наверху Деви Ганга.
многие спрашивают, да, Ганга женского рода. Да, вот смотрите, она наверху. Вот это вот богиня Ганга, она женского рода. Еще хочу с вами немножечко вперед пройти, там, где мы еще не ходили. Смотрите. Здесь вот небольшой коридор со всякими разными надписями. Место Парамартинки там проводит каждый год International Yoga Festival. Он в марте, по-моему, проходит. Это вот фотографии из прошедших. Ну, а эта территория, да, самого ашрама, она безумно большая. А вот это вот наверху лорд Ганеша. Лорд Ганеша, он на, при входе во все дома вообще присутствует. Он является богом, который убирает все препятствия. Ну и вот там вот впереди выход уже на улицу. Мы с вами давайте потихонечку развернемся и пойдем обратно. И пока будем идти, я вам буду снимать путь, потому что здесь и сами дороги очень красивые. Вы посмотрите, сколько туристов. Кстати, все люди — это туристы, приехавшие в Ришикеш из других штатов Индии поклониться святым местам. И даже можно обратить внимание на стиль платьев. Они обычно ходят группами, женщины отдельно, мужчины впереди. Обычно мужчин меньше намного, женщин больше. Лорд Шива, мы с вами его уже видели. И снова уже подходим с вами к выходу. Около фонтана хорошо здесь отдыхать. Вон там даже, посмотрите, на травке люди отдыхают. В такую жару здесь приятно находиться, потому что тенек, водичка, цветочки и чистота. Надеюсь, что здесь останется такая же чистота, люди не будут кидать мусор. Ну, а мы с вами уже направляемся к выходу. Ну вот, наша сегодняшняя экскурсия закончена. Была коротенькая, но интересная. Подписывайтесь, пишите комментарии, спрашивайте вопросы и ссылочки своим друзьям перекидывайте. До связи!